10 югорских семей получили медаль за любовь и верность. Эта награда полагается парам, которые прожили в браке не одно десятилетие и воспитали детей. Торжественная церемония уже стала традиционной на заседании семейного совета. Ежегодно его собирают в честь Дня семьи, любви и верности. За последний год в Югре появилось почти 14 тысяч новых ячеек общества. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Поэтому показатель Югра лучшая на Урале. А вот многодетных семей в Югре 25 тысяч. На семейном совете опытные супруги дали совет, как сохранить взаимопонимание на долгие годы. Я его даже на машине одного далеко не отпускаю. Если я куда-то, вот мы разъехались, я все равно прилечу туда, где он, и мы вместе едем на машине. Мы стараемся всегда быть вместе. Учились понимать друг друга, учились делать какие-то выводы из своих ошибок, учились не принимать поспешных решений.